Одна девочка здесь, курочка моя, а вторая где? Тут нету, тут нету. А это что за выпуклость? Это что за выпуклость у меня тут? И как она туда попала, эта выпуклость? Привет, мышонок! Привет! Девочка моя, ты замерзла, что ли? Ты спряталась, ты замерзла? Ну ладно, лежи, не буду мешать, так и быть. Грыжа диванная. Вот кто может мне объяснить причину? Ради чего она жует мои волосы? Расюша, вкусно? Приятного аппетита. Привет, привет. Есть у меня вот такой конвертик, а в нем подарочный сертификат в студию красоты. Вот хочу сейчас по этому сертификату сходить и купить абонемент на кедровую бочку на 5 сеансов. Если понравится, как здесь проводят эту процедуру, потом думаю купить еще больше. Там на 5 сеансов, на 10 сеансов есть. Вообще в студии красоты целый список процедур. С одной стороны, с другой стороны прописано. Ну вот из всего меня привлекает только массаж и кедровая бочка. Вот на данный момент хочу на кедровую бочку. Найди кота называется. Она чем старше становится, она тем больше начинает везде ползать. Запрыгнула на комод, там, где стоит аквариум с тритоном. Сейчас она сидит вот там, в зеркало смотрит на себя. Все, отвернулась. Не понравилось себе. Ты сама себе не нравишься, да, Стеша? Кстати, все-таки о плюсах вот такой подстрижки котейки. Шерсти стало меньше в 90 раз. В 90 раз, вот реально, ребята, чистота и порядок в доме. Ай, кого увидела в зеркале? Красотка! Себя увидела. Мышонок мой. Так что я за подстрижку. Топаю на работу в садик. Разбирать весь тот хаос, который там остался перед тем, как я ушла в отпуск. Мой хаос. Мой хаос, да, который я там оставила. Сейчас приберемся. И еще неделю отпуска. Приберемся. Альберт мне поможет. Да, Альберт? Угу. Выставка обуви сотрудников. Ну что, пошли наверх. Так, это моя раздевалка. Здесь что? Да, подожди. В принципе, все не так страшно. Я думала, что будет все серьезнее. Нянечка моя шторы повешала. Ковер постелила. Вот там только ковра нету. О, сигнализация. Сигнализацию, да, поменяли нам. Сделали все. В принципе, чистенько. Так что мне теперь надо снять только все эти пленки. Расставить игрушки. Ну и все, и будет красота. Баловень. Давай еще. Как парус, да? А всего лишь пленка. Вылезай.
полгода. Это мы, называется, пришли прибираться. Прибирались, прибирались. Вот что значит работать в детском саду воспитателем. Это мой помощник. Да. Вот теперь осталось разобрать вот это все нам, разложить. Дорожное движение, пожарная безопасность, математический центр, развитие речи. Все сейчас разложу по секциям и покажу, что в итоге у нас вышло. Да? Так, ну что? Результат. Спортивный уголок. Альберт. Доска. Здесь у меня стоит ноутбук всегда. Здесь все мои рабочие материалы. Рабочие материалы. Библиотека. Отсвечивает. Живой уголок. Ну как живой уголок? Уголок природы? Да. Уголок природы? Это я Альберту в лоб дала. Потому что он говорит не то, что нужно. Кукольный домик. Ну, вот эту тумбу я потом ее разверну вот так, горизонтально, чтобы отделить. Стены, конечно, изрисованы, в этом году красить не стали. Честно говоря, я поленилась. Дальше. Конструирование. Мальчикам уголок, машинки, гаражи. Кубики, кирпичики там в корзинах у меня. Здесь ковер постелит мой младший воспитатель. Дальше. Пожарная безопасность, дорожное движение и все настольные игры. Вот так. В ожидании заказа. Мы пришли в блинную. Тут уютненько так. Устал, наработался. Ну, бери свое. Это моя с творогом. У тебя красиво. У тебя тоже. И капучино красивое. Вкусняшка. Вкусненько. А чё ты сразу пошла, Стеша? Ты так хорошо с Рыськой рядом сидела. Стеша. Она услышала звук включения камеры. Точно, она услышала, как пикнула камера и сразу же сделала ноги. Рысюша. Рысё. Рысь. У тебя что, старость не радость, что ли? Ты о чем сидишь, думаешь, кнопочка моя? Как вы меня все задолбали, да? Зато вот ни о чем не думает. Хорошо, кайфово живется. Хвостик моет. Куры вы мои. Ты моя курочка. Стеша. Все. Все надо.